Здравствуйте. Это технофорум от Винта. Мы начинаем сессию «Как растить дерзких и гибких интеллектуалов». Меня зовут Дмитрий Земцов, кружковое движение национальной технологической инициативы. У нас сегодня в зале Светлана Решетникова, фонд инфраструктурных и образовательных программ, Марк Завадский, управляющий директор группы компании «Рики», Павел Кузнецов, руководитель отдела разработки компании «РЕД». К нам присоединится Дмитрий Судаков, автор «Атласа новых профессий», и Юлия Болотина, один из лидеров Олимпиады «Звезда». Мы сегодня обсуждаем тему, которая даже по своему названию довольно сложна и даже немного эпатажна, поэтому я задам уважаемым коллегам такой вопрос, немножко провокационный. Растить дерзких и гибких интеллектуалов. Нужно ли это? И если нужно, то кому? Потому что вообще человек, который дерзок, и человек, который быстро меняет свою образовательную траекторию, он может не всегда хорошо вписываться в традиционные форматы, традиционные условия работы, учебы. Вот ваше мнение, Светлана. Да, конечно, дерзкие и гибкие, возможно, не всегда вписываются в наше представление о том, как должно развиваться общество, особенно в представлении тех, возможно, кто ими занимается в вузах этой молодежью. Но мы с вами понимаем, коллеги, что у нас достаточно быстро движется время сейчас. У нас меняются технологии. Мы должны спешить вперед, и мы даже не всегда понимаем, что впереди нас ждет. И как раз вот такие дерзкие и гибкие, они могут построить эти новые траектории, могут придумать новые технологии и продвинуть нас вперед. Я считаю, что однозначно надо растить, надо стимулировать это, и наоборот, систему подстраивать под то, чтобы она готова была навстречу этих гибких и дерзких. Другого ответа от коллег из группы «Роснано» мы не ожидали. Наноотрасль развивается довольно динамично, и мы, конечно, ждем, что гибкие и дерзкие интеллектуалы появятся там. Например. Но давайте послушаем Марка Завадского, который растит таких интеллектуалов. Как вы отвечаете себе на вопрос, зачем и для кого? Да, спасибо за вопрос. Я на самом деле ращу такого интеллектуала даже дома. У меня ребенку 4 года, и он уже достаточно дерзкий, очень гибкий, и осталось сделать из него интеллектуала. Но просто для того, чтобы, наверное, все поняли, чем я занимаюсь, группа «Рики» — это смешарики, фиксики, малышарики, это серия. Это большое количество разного рода интересного детского и семейного контента. И, конечно же, тут я полностью солидарен со Светланой. Мне кажется, что среда очень сильно меняется, и как раз сейчас негибкие уж точно, они хуже вписываются в текущий бизнес, это уж точно, я думаю, что и в другие структуры тоже, потому что изменения становятся частью нормы, то есть мы живем, по сути, в постоянно меняющемся мире, и без гибкости успеха достичь в этом мире, в новом мире, просто невозможно. И мы как бы своим контентом стараемся и детям, и взрослым в этом помочь. Спасибо. Спасибо. И Павел Кузнецов, ваша позиция. Для кого и зачем? На вопрос зачем, я, наверное, отвечу. Для того, чтобы мы могли создавать новые технологии, потому что эти интеллектуалы будут думать по-другому, будут создавать все быстрее, чем мы сейчас делаем это. А кому это нужно? Производственным компаниям. То есть производственные компании нуждаются в таких людях, потому что сейчас в сфере технологий сейчас идет объединение нескольких новых созданных другими компаниями технологий, и мы вместе объединяемся. И для этого мы и растим таких детей, чтобы они могли объединять нас всех, как промышленные организации, так и организации по созданию наборов, например, чем мы занимаемся, образовательных наборов по робототехнике. И благодаря таким молодым, дерзким и гибким мы сможем создавать новые продукты, которые будут воспитывать следующее поколение. Спасибо. Я, наверное, попробую дать ответ от себя, как такой играющий модератор. Мне кажется, что вообще ответ не очевиден, потому что человек, который может быстро подстраиваться под какие-то новые условия труда и под новую экономику, под новые технологии, он не всегда удобен в традиционных
технологических компаниях, традиционных компаниях, потому что если он может подстраиваться, то он хочет подстраиваться, хочет, чтобы что-то менялось, хочет быть драйвером изменений. Мы в кружковом движении НТИ как раз пытаемся таких ребят взращивать и в них интерес к тому, чтобы менять мир, создавать новые технологии, создавать новые технологические решения, поддерживать, но при этом понимаем, что они, конечно, не в любой компании и не в любом университете будут чувствовать себя комфортно. Если их ставят в позицию просто исполнителя, который должен делать то, как принято, им плохо. И поэтому ребята, которые выходят из таких программ, как наши, или вот как программы ФИОПа, это ребята, которые уже на первом-втором курсе университета находят для себя какую-нибудь интересную дополнительную работу разработчиком программного обеспечения в стартапе или, к примеру, разработчиком там, микроэлектроники в каком-то принципиально новом маленьком КБ. И что вот этот их запрос, он на самом деле делает их не очень удобными партнерами для взрослого мира. Я думаю, что мы об этом еще сегодня поговорим, потому что, с одной стороны, очевидно, что расти таких ребят нужно, мир меняется, технологии меняются, профессии появляются новые. С другой стороны, как сделать так, чтобы в столкновении со старыми институтами они не чувствовали себя дискомфортно и не потеряли вообще веру в то, что можно что-то менять в мире. Это задача. Вот я вижу, что Марк хочет дополнить свой ответ. Я хотел просто немножко, может быть, вам, Дмитрий, пооппонировать. Для начала, да, чтобы мы как-то ушли на дискуссионный формат. Вот вы говорите про вот некие там компании старой формации. Вот интересно, какая-либо из компаний готова сказать, я компания старой формации, у нас вот исполнители, пусть делают что, как бы мы им скажем, то они и будут делать. Но, конечно, этих компаний в принципе уже не осталось. То есть либо компании изменились, либо они делают вид, что изменились, либо они хотят измениться. Поэтому вот мы же говорим все-таки про молодых, там есть и старые дерзкие, да, вот мы говорим про молодых дерзких, поэтому как бы их будущее, да, связано, ну, мы говорим о будущем там, на ближайшие там, 20, 30, 40 лет. И мне кажется, что за это время вот те компании, которые только делают то, что изменились, они либо умрут, либо все-таки изменятся. Поэтому, когда эти вот молодые люди войдут вот, так сказать, в свою пару такого рассвета настоящего успеха, они как раз будут очень адекватны тому миру, который будет их окружать. Очень красивый и такой жесткий ответ. Я так понимаю, что ваш тезис в том, что нужно растить только дерзких и гибких интеллектуалов. Мне кажется, вот мы как-то вот тоже, то, что мы говорим, молодых, дерзких интеллектуалов, да, потому что дерзость — это в том числе и свойство характера, да, но не каждый человек по натуре дерзкий, да, и ты не воспитаешь дерзкого, да, либо ты разовьешь эту дерзкость в человеке, да, и покажешь, что ты можешь там, да, быть таким, либо там, либо ты прекрасный там интроверт, который там, ну, по-другому выражает там свои эмоции, по-другому там спорит и по-другому достигает успехов. Поэтому я бы здесь не привязывался вот к словам, а просто говорил о том, что действительно нужны гибкие, адаптивные люди, вот, там, которые хотят постоянно учиться. Да, вот это там еще один там тезис, да, который мы сейчас там тоже, наверное, можем обсудить. Вот. А какие они будут? Более дерзкие, менее дерзкие? Да? Здесь нет какой-то шкалы дерзости, да, у нас. Спасибо. Я вижу, что Павел хотел дополнить, но, наверное, я верну традиционный наш формат. Со Светланы начнем разговор. Я прошу, кроме оппонирования мне, еще и ответить на вот какой вопрос. Формулировка «дерзкие и гибкие», она, понятное дело, придумана как маркетинговый такой ход для красивого названия дискуссии. Но вообще-то она может быть распакована на конкретное описание такого профиля человека, выходящего из системы образования, дополнительного образования, общего, неформального, из семьи, который к чему-то такому способен. Вот, кроме своей реплики, я вас, Светлана, прошу еще попробовать распаковать этот термин «дерзкие и гибкие» на какие-то образовательные результаты. Ну, вот прям на образовательные. Ну, реплика моя в том, во-первых, была, что и Дмитрий, и Марк в какой-то мере правы. Да, современные компании у нас уже стали такими современными, продвинутыми, гибкими. У нас есть небольшое
так, небольшая ступенечка между детьми, с которыми мы все работаем, и компаниями, в которые они придут когда-то. У нас есть вуз, который не совсем готов с этими гибкими и дерзкими пока работать, к сожалению. И надо стремиться к тому, чтобы вуз был готов принимать этих ребят, которые не будут там с первого курса только в учебниках сидеть, но готовы развивать свои технологии. Ну а что же такое дерзкие и гибкие, вот с моей точки зрения? Я работаю с детьми, ну, там, коллеги, кто меня знает, именно в рамках проектной деятельности, технологического предпринимательства. Вот для меня дерзкий и гибкий молодой человек — это тот, кто не боится шагнуть за рамки. Почему я считаю, что в этой области нужно в первую очередь начинать с детей? Потому что у взрослых у нас уже есть некие ограничения. Мы можем сказать, эта технология невозможна, вот это не пойдет точно, это нам не подходит. У детей нет этих ограничений. Они иногда придумывают такие вещи, что сначала хватаешься за голову, потому что кажется, что вообще по законам физики такое невозможно. А начиная присматриваться, понимаешь, что есть доля истины в их решениях. И вот для меня дерзкий и гибкий — это тот, кто может не бояться ограничений, идти вперед, придумывать что-то новое, продвигать новые технологии, развивать уже существующие. И с этой точки зрения он, да, нам кажется дерзким и гибким, а на самом деле это просто современный человек, который движется семимильными шагами в будущее. Угу. Интересно. Но намечается какая-то такая оппозиция между задачей быть гибким и дерзким и системой образования. Наверное, не везде же в системе образования эти компетенции человека блокируются. Да, конечно, не везде. Мы же видим, что сейчас уже появляются программы стартап вместо диплома, что многие вузы готовы брать детей-проектников, даже если у них не хватает баллов ЕГЭ, вуз готов давать гранты на обучение этих детей не в рамках бюджетных ассигнований. И это означает, что уже действительно система образования шагнула туда. Быстрее, мне кажется, движется на самом деле школьное образование, а скорее даже не школьное общее, а то, что вокруг него. Дополнительное образование, вторая половина дня, они уже готовы работать с такими ребятами, которые не входят в формат жестких ограничений системы образования. Ну, еще раз хочу повториться, что уже и вузы идут по этому пути, просто хотелось бы, чтобы это ускорялось и как можно больше вузов втягивались в это и готовы были работать вот с такими нестандартными ребятами. Спасибо. Марк, распакуете? Да, вы знаете, я вот тоже, наверное, такой дам комментарий. Действительно важно, чтобы там, дети или молодые люди не боялись, там, шли за рамки и прочее, но при этом все-таки важно, чтобы это не было изобретением велосипеда постоянным, потому что, вот, конечно, там, твоя смелость часто пропорциональна твоему знанию о предмете, да, и ты, тебе кажется, что открываешь. И, наверное, мы все были там, в этой позиции, когда нам казалось, что мы что-то такое там придумали или открыли, а оказывается, что это там было уже очень давно кем-то придумано. И вот тут как раз мы, как анимационная компания, как компания, которая производит много образовательного контента, как раз вот видим нашу роль в том, чтобы давать детям вот эти знания в удобной и интересной для них форме. Вот наши проекты и фиксики, и пин-код, и там различные спин-оффы от смешариков, там азбуки как раз и позволяют, мне кажется, вот создать некую базу для вот этих смелых там прыжков, да, для того, чтобы все-таки там качество этих изобретений было выше, для того, чтобы оно поддерживалось неким более-менее фундаментальными знаниями о предмете, о мире, о том, как все у нас устроено, и тогда, мне кажется, вот качество этих открытий, оно будет выше, и в том числе ценность будет не только для ребенка, который это придумал, но, возможно, и для, там, для кого-то другого. Да, это очень вообще интересный тезис про фундаментальную подготовку. У нас буквально вчера было в Общественной палате слушание по новым форматам Российской Олимпиады, и коллеги из физтеха озвучивали такой тезис, что вообще-то традиционная модель, которая еще была придумана Капицей подготовки физтеха, она в итоге, несмотря на очень жесткую фундаментальную подготовку по физмат-блоку, тем не менее позволяет выпускать из стен физтеха большое количество предпринимателей технологических и не только технологических. Что на самом деле означает, что мы сейчас не изобрели какой-то принципиально новый формат и принципиально новые требования к выпускнику университета или другой какой-то образовательной программы более ранних уровней, а мы на самом деле просто пытаемся нащупать баланс. То есть как сделать так, чтобы человек, который выходит в наш новый мир, быстро меняющийся и усложняющийся, с одной стороны, конечно, не был профаном, и об этом Марк совершенно правильно говорит, и форматы
их анимационных решений ваших, они как раз ребят подталкивают к тому, что нужно знать. Нужно знать. Но важно, чтобы этот человек был способен еще и менять что-то в мире. Вот этот баланс, он, конечно, очень сложный. И очень сложный в том числе для образовательной организации. Павел, вопрос к вам в продолжение нашего разговора. Из чего все-таки должна состоять эта гибкость и эта дерзость? И как вы работаете с тем, чтобы найти такой баланс между тем, что человек должен что-то знать, и чтобы человек был готов менять мир и приносить туда что-то свое? Начну по порядку, наверное, с разбора слова «гибкий». Мы в своей компании пытаемся делать акцент на обучении детей робототехнике. В чем здесь гибкость? Робототехника состоит из трех китов. Это электротехника, программирование и механика. То есть здесь появляется у ребенка и образование, и навыки гибкости в плане того, что он может уже объединять несколько сфер. То есть он не будет узконаправленный только в программировании, он будет понимать весь симбиоз этого направления. И такие направления нужно больше всего развивать. То есть давать детям сразу поток, который будет объединяться потом вместе, потому что сейчас все сферы начинают объединение. С точки зрения дерзости, это давать детям шанс на проектную, творческую, открытую деятельность. То есть не давать им рамки, не давать им какие-то определенные темы. Они должны сами дать свою тему, которая будет противоречить вообще условно соревнованиям, на которых они выступают, или образованию, в образовании, где они, соответственно, обучаются. Они должны пройти этот этап сами и выступить, и защитить свой проект, с которыми не согласны даже преподаватели и даже их, условно, там, дети, с которыми они обучаются. Вот, это, наверное, два самых главных аспекта, которые мы закладываем в наших наборах по робототехнике. Интересно. То есть у вас в результатах вашей образовательной деятельности еще и заложено умение спорить с старшими? Да, то есть доказывать свою точку зрения, ребенок — это уже человек, который может отстоять свой проект и доказать, что он был прав. И спустя, например, там, условно, там 3-4 года он может прийти к своему преподавателю и доказать, да, я все-таки был прав. И он должен не бояться это сделать, это самое главное. Понятно. Это тоже очень интересная такая заметка на полях. Наверное, к предыдущему тезису Светланы о том, что образовательные организации не всегда к этому готовы. Я как преподаватель в прошлом, конечно, скажу, что студенты, которые спорят, они интересны как люди, с ними интересно работать, но они очень ресурсоемкие, потому что ты выкладываешься, и это, наверное, означает, что подготовка таких гибких и дерзких — это очень ресурсоемкая задача. Я позволю себе, наверное, передать слово Дмитрию Судакову. Он недавно подключился к нам в онлайне, потом верну микрофон в студию. Дмитрий, приветствую. Привет. Вижу, что вы к нам присоединились. У меня к вам сразу вопрос. Дмитрий Судаков — это автор, один из авторов «Атласа новых профессий», его апологет. Там много новых разных профессий зафиксировано. Я сейчас его спрошу, какие из этих профессий требуют гибких и дерзких интеллектуалов. Но сам осмелюсь, наверное, сперва обозначить некоторые риски, связанные с ориентацией в новых профессиях. Я вот помню, что первые свои деньги я заработал в новой профессии. Я тогда жил в общежитии МГУ вместе с мамой, которая училась в докторантуре. Мне было, по-моему, 14, что ли, 13 лет. И у нас был компьютер, а у большинства сотрудников МГУ его просто не было. И возникла такая новая профессия — специалист по набору текста. То есть тебе доктор наук передавал рукописный текст, и его упаковывал в компьютер или машинописный. И это, ну, действительно была такая зародившаяся профессия. Еще была другая профессия, которая мне была недоступна, но я мечтал как-то с ней себя связать, свою жизнь. Это человек, у которого есть принтер. И хороший компьютер, он тогда может заниматься версткой и печатать. Но уже через 3 года эти профессии исчезли. Дмитрий, вопрос к вам. Мы говорим о подготовке ребят к тому, чтобы они были гибкими и дерзкими интеллектуалами, намекая на то, что мир так быстро меняется и так быстро профессии в нем меняются, что нужно уметь ориентироваться в этом пространстве. Но чтобы ваш ответ не был банальным, я вас прошу не только рассказать, почему это важно, а еще и рассказать о том, какие риски связаны с появлением и исчезновением новых профессий. Потому что, повторюсь, если ты готовишь традиционного сварщика для работы на более-менее традиционных заводах, ты можешь надеяться, что еще лет 10-15
точно профессия сварщика будет, и не везде роботы появятся. А вот когда ты готовишь к новой еще не существующей профессии, тут возникает вопрос о масштабе этих рисков и о том, как эти риски купировать. Дмитрий, вот вам вопрос из двух частей. Как готовить к новым профессиям и как бороться с рисками? Спасибо, Дмитрий. Это такой, на самом деле, вопрос, на котором мы много рассуждаем, много дискутируем внутри, и, кажется, ответ на такого козыря, все же понятно, его не существует. Кажется, что мы постепенно переходим в ситуацию, в которой, такую чисто гуманистическую историю, которая сводится к тому, что мы не можем больше готовить одинаковые детальки, одинаковых сварщиков, одинаковых бухгалтеров, одинаковых робототехников, кого угодно, да, то есть все инженеры, например, разные, уже всем понятно, да. И чем сложнее профессия, тем более, скажем так, разные представители, которые называются, кажутся одинаково. А вот на уровне там каких-то простых профессий, да, это то, менее очевидно, но кажется, что вот мы в эту историю приходим. И вот эта история про сварщика, неважно на самом деле, про сварщика, про фрезеровщика, про какие-то рабочие профессии, там, интеллектуальные рабочие профессии, которые, кажется, еще сколько-то просуществуют. У меня вопрос, и что? Вот, например, мы готовим сварщика, ему сейчас, 17 лет. Мы его 3 года будем готовить, через 3 года ему будет 20 лет, потом он лет 10, предположим, пусть не 10, пусть 20 лет, еще просуществуют стандартно обычные сварщики, да? И вот ему наступает 40 лет, и сварщики испаряются. Их заменяют технические решения. В Китае я 5 лет назад был на 6-м чемпионате по роботизированной сварке. С какой скоростью это развивается, сказать достаточно сложно. И что? И вот ему 40 лет, а он ничего, кроме как сваркой, заниматься не умеет. Условно говоря, он умеет, как вы, набирать тексты на компьютере. Теперь другие люди этим занимаются, точнее, даже не люди, а другие решения этим занимаются. И в этом смысле мы понимаем, что на самом деле любого человека нужно уметь, нужно готовить к этой гибкости. И, собственно говоря, вот эта самая гибкость, это умение пересобирать себя, умение пересобирать себя, условно говоря, из сварщика в инженера, из инженера в робототехника, из робототехника в специалиста по каким-нибудь, пользовательским интерфейсам. Это все, умение выстраивать эти траектории, оно как раз должно быть собрано на человеке, да, то есть не на системе образования, а на, собственно говоря, человеке, который себя как-то реализует. И то, о чем вы сказали по поводу, мне очень понравилось, не то чтобы понравилось, мне как раз не понравилось, но это то, за что можно зацепиться, фраза про то, что студент, с которым спорит, который с тобой спорит, это очень ресурсоемко, но он очень нравится тебе. Это что такое образование? По большому счету, это серьезный инвестиционный процесс. Да? И чем лучше ты хочешь получить актив в конце, простите за такое расчеловечивание человека, тем больше инвестиций ты должен вложить, тем больше ресурсов от тебя он сейчас забирает. Собственно говоря, маленький ребенок от мамы забирает колоссальное количество ресурсов, и если она его не додаст, то из ребенка вырастет не очень понятно что. И в этом плане, конечно же, да, сейчас образование должно пересобраться для того, чтобы стать не просто умеющим работать с этими ресурсоемкими ребятами, а все стать таким, чтобы они все такими были. Вот, наверное, так. Иначе без рисков, не обойтись их, иначе не купировать. Угу. Дмитрий, вопрос такой. Я уже понял, что у нас складывается такая картинка, что дерзкий, гибкий интеллектуал – это некая норма будущего, что это человек, который умеет спорить и оспаривать какие-то положения, которые казались бы общезначимы, а он доказывает свое мнение, что это человек, который умеет пересобирать, ставя под сомнение имеющиеся у него знания, имеющиеся у него компетенции, пересобирать себя. Но базаров какой-то получается. То есть какая-то очень нигилистическая картинка. Абсолютно. Здесь гуманистическую составляющую как-то ее утеряли, а я пытался ее вернуть. Верните ее нам, я жду.
То есть, соответственно, как я уже сказал, вот эта гуманитарная часть, даже гуманитарно-гуманистическая, да, связанная, собственно говоря, с заботой о другом, с заботой о человеке. В широком смысле, да, мой коллега Павел Лук очень как бы топит за тему экосистем, и в этом смысле, может быть, это забота о живом в целом, да, то есть не обязательно о человеке, вот, она становится необходимым качеством вот этого самого дерзкого, гибкого интеллектуала, но он еще должен быть человеком. Ну, потому что иначе он превращается в машину, а машина, она, кажется, начинает утрачивать эти качества. Да, то есть вот еще раз, да, из нас индустриальная система подготовки кадров и образования, она стремилась сделать детальки. Эти детальки могли быть разной степени сложности, на них могло быть разное количество, значит, шестереночек, каких-то, значит, втулок, еще что-то. И какая-то деталька, значит, например, работала в атомной промышленности, а какая-то мела улицу. Но они в целом все были одинаковые. Вот. И вот это вот расчеловечивание, а мы не можем человека сделать, человеком будущего, не побоюсь этого слова, если мы его будем расчеловечивать, если мы за ним будем видеть только функции, которые он выполняет. А, соответственно, вот эту часть, да, ее должно образование вернуть. То есть не только воспитывать дерзких египтян, но еще и любящих людей, любящих там то, что вокруг них. Спасибо. Это серьезное повышение, мне кажется, уровня нашей дискуссии. Мне кажется, что Дмитрий нам в новых словах пересказал Мишеля Фуко с его вот этой оппозицией между структурами власти знания, которые формируют человека удобного для, в нашем случае, индустриального общества, и фундаментальной задачей философии образования – снабдить человека техниками себя и умением развивать себя и как-то взращивать себя. Вот я, наверное, верну сейчас микрофон в нашу студию и спрошу коллег, насколько они согласны с этим посылом, что на самом деле дерзкий гибкий интеллектуал — это не просто задача, поставленная как бы экономикой, что для развития страны и для развития мировой экономики нужны люди, которые способны создавать инновации. А что это, вот по словам Дмитрия, как я их понимаю, возврат на самом деле к исконной задаче образования вообще, формировать человека как самоценность, человека, который способен себя как-то пронести через жизнь, как-то себя развивать и менять, и во вторую же очередь, видимо, человека, который способен еще адаптироваться к меняющимся экономическим условиям. Насколько это похоже на правду и насколько это отзывается в ваших убеждениях? Наверное, тоже Светлана, Марк, Павел. И дальше к Юлии вернемся. Как всегда, да, женщина на амбразуру. Ну, я считаю, что это однозначно правильная точка зрения. И вот пока слушала ваши с Дмитрием разговоры, я еще хотела что добавить. Мы же не говорим о том, что прям все там взрослые, так скажем образно, вся система образования четко должны подстроиться под этого дерзкого и гибкого. Тут взаимоотношение должно быть в обе стороны. То есть мы в том числе, последнее время нам очень сильно показало, что педагоги зачастую учатся у своих учеников, да, нужно научиться держать вот этот баланс. То есть понятно, что молодой человек, как Марк говорил, там, придумав какую-то технологию, не зная базы, может сказать, нет, вот все будет так. Естественно, нет, он должен прислушиваться к своим педагогам, педагоги должны прислушиваться к нему. То есть это должно быть такой взаимовыгодный обмен и эмоциями, и какими-то знаниями. И обязательно у любого молодого человека, самого дерзкого, должен быть рядом значимый взрослый, который поможет ему сориентироваться в этом сложном мире и найдет те зацепки, которые правильные, и поможет ему отмести всю шелуху, которая возникает. Мне кажется, что вот с этой позиции нужно смотреть. И действительно, это возвращение от нашего шустрого бега в сторону индустриализации к человечности, к тому, что мы должны понимать друг друга, поддерживать друг друга, и только благодаря этому общество будет развиваться так, как нам нужно, стремительно, но при этом на благо человека. Спасибо. Марк? Да, спасибо. Сложно тут, наверное, оппонировать гуманистическим ценностям, идеалам. И, поскольку я делаю мультики, я не готов сказать, что нет, давайте делать по детали, а не людей. Но вот я, наверное, немножко прозовью то, что сказала Светлана. Мне кажется, что это вот то, о чем она говорит, мне кажется, очень верно. Это
часть такого другого большого тренда, когда в целом меняются субъектно-объектные отношения, отношения в, ну, в рамках таких традиционных взаимоотношений, да, в целом в мире, в экономике. Вот я там до мультиков я занимался в том числе электронной коммерцией, вот там тренд, который сейчас, например, такой один из важнейших, он называется co-creation, когда покупатели вместе с производителями создают новые сущности, новые продукты, новые товары. И, по сути, вот, мир изменился за счет всех этих там технологических новшеств, и он уже не односторонний, практически не осталось одностороннего общения, когда есть субъект, который что-то вещает или продает, или дает, и есть объект, который это пассивно воспринимает. Вот, вот такие отношения уходят. И в образовании это тоже, вот это часть такого большого тренда, который есть везде. Спасибо. Павел? Ну, я здесь, наверное, добавлю то, что в образовании должно быть также и воспитание детей, чтобы они не боялись быть гибкими. То есть, когда ребенок у нас, условно, отучился на юриста, он уже боится пойти в программирование. Какая-то у них есть зажатость в этом плане. То есть мы с точки зрения образования, с точки зрения оборудования должны давать детям и объяснять им, что ты не должен бояться уходить в другую сферу, потому что у них есть страх того, что, перейдя в сферу, где уже люди чего-то достигли, он уже не догонит их, он уже не сможет работать на их уровне. А мы должны им объяснять это наоборот, что он может еще и в 10 раз обогнать их с точки зрения там, своих знаний, своих навыков и общения с своими, условно, там, людьми, которые в этой сфере. Спасибо. К нам присоединилась Юлия Болотина, Южноуральский государственный университет. Юлия, кроме этого, еще и один из идеологов Олимпиады «Звезда», которая исторически была очень необычной Олимпиадой. Она была направлена на выявление таких инженерно-ориентированных ребят, способных, вот как мы сейчас и описываем, менять мир вокруг себя. При этом коллеги очень тесно работают с Союзом машиностроителей России, который вот в нашей риторике представляет собой такую индустриальную модель, индустриального заказчика на образование. Мне очень интересно, как Юля ответит на вопрос о балансе задач, стоящих и перед системой воспитания, обучения, и перед системой выявления ребят. Вот дерзость и гибкость, как способность и желание что-то менять в мире, какие-то инновации привносить, и ну, знания, умения такие прикладные, проверенные. В какой пропорции они должны сочетаться в молодом человеке, который проходит через вашу систему отбора и дальше поступает в ваш университет? Юлия. Спасибо большое, Дмитрий. Ну, самое главное, я хочу сказать, что любой процесс образования — это процесс обучения и воспитания, который предполагает, на мой взгляд, и я всегда буду этого придерживаться, потому что я один из тех людей, который в свое время развивал новую науку, выросшую из старой науки, социальную педагогику. Это всегда субъект-субъектный процесс, когда в первую очередь в процессе взаимодействия ребята между собой и дети и педагог, с другой стороны, вступает именно в те субъект-субъектные отношения, которые позволяют нам с вами сформировать гибкость, дерзость определенную, да, в хорошем смысле слова. А самое главное — это вырастить интеллектуала. На мой взгляд, вот это все едино, потому что для того, чтобы стать дерзким, для того, чтобы стать интеллектуалом, для того, чтобы создать новый необычный продукт, нужно в первую очередь знать очень хорошо самого себя, уметь выстраивать взаимоотношения с окружающими, умение работать в команде. И, например, Олимпиада НТИ, она и построена, ведь Дмитрий, на том, что это командная работа, да, на заключительном этапе, но которая как раз-таки и сближает ребят и дает им такой социальный лифт в будущем, который выстроен именно на этих командных отношениях. Любой интеллектуал, уважая самого себя, зная цену самому себе, он уважает окружающих. И, на мой взгляд, любые действия, которые направлены на формирование нового человека, будь то дополнительное образование, будь то олимпиадное движение, кружковое движение и так далее, в первую очередь создает у него систему ценностей, где на первом месте стоит личность человека, стоит его уникальность. И самое главное во всех этих процессах – у ребят формируется еще и толерантное отношение к тем, кто
немного отличается от него самого. Это и дети с ограниченными возможностями здоровья, это дети, которые находятся в среде не совсем благополучной в семейном отношении. И вот эта толерантность, она как раз-таки и формирует создание единой какой-либо команды для того, чтобы затем поддерживать друг друга, учиться друг у друга и создавать новый продукт. Ну и говоря, конечно, здесь о деятельности Союза машиностроителей России, я бы не очень согласилась, что это только индустриальный заказ, потому что Союз машиностроителей России, поддерживая детские, молодежные различные инициативы, это и многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», это и международный фестиваль «Инженеры будущего», и различные направления другие, связанные с культурой, с искусством, с донорством и так далее, как раз-таки формирует вот этот подход к тому, что современный дерзкий, гибкий интеллектуал – это тот человек, который еще и создает для блага общества очень-очень много ценностей. Вот я бы вот так ответила на ваш вопрос. Спасибо. Очень важный, важный ответ про Союз машиностроителей. Он усложняет наш разговор, потому что вот когда мы начинаем растить дерзкого и гибкого интеллектуала в школе, мы понимаем, что вкладываемся в проект, который будет продолжаться 7-8 лет. Он пройдет через университет, выйдет, и только тогда мы узнаем, правильно ли мы поступили, готовя дерзкого и гибкого интеллектуала, или на самом деле экономика перестала так быстро меняться. А традиционные отрасли набрали свою силу, и нужно было вообще готовить его к рабочему месту, чтобы он работал с 9 до 6 на стабильной зарплате, а свою дерзость и гибкость в хобби применял или как-то с друзьями в общении. А может быть, окажется, что совсем по-другому вообще ситуация разворачивается, и нужно было готовить только дерзких и гибких, потому что мир так сильно изменился под влиянием глобальных факторов. Пандемия случилась, нас сильно удивила, и многое вообще в экономике приобрело другие черты. И что на самом деле только дерзкие и гибкие способны выжить. И мы не знаем, как будет разворачиваться ситуация в мире, в экономике, куда мы готовим ребят. В этом плане, конечно, очень интересно, что такие крупные игроки, как «Союзмаш», готовы делать ставку на негарантированное будущее, где нужны дерзкие и гибкие. Вот я бы Дмитрию Судакову обратно в экран передал слово и спросил так, вот о чем спросил, а кто еще готов делать такие ставки в долгую на дерзких и гибких? Вы же часто работаете с разными, очень разными игроками, государствами, негосударственными, и перечень ваших партнеров, которые готовы с визионерской картиной мира работать, с новыми профессиями, это, наверное, перечень как раз вот тех игроков, которые ставят на негарантированное будущее дерзких и гибких. Кто это? Ну, с одной стороны, на самом деле, это широкий список людей, да, это институции, да, это и какие-то государственные институции, вроде, не знаю, агентства стратегических инициатив, вроде WorldSkills, вроде там, каких-нибудь институтов развития образования, они есть. Вот, это и работодатели, о которых уже здесь было упомянуто. Проблема состоит в том, что все еще как бы этот круг очень узок, да, то есть в этом смысле, наверное, когда Юлия говорит, что там Союз машиностроителей готов сделать такие длинные ставки, он как бы ставки делать готов, но там, как у нормального, значит, расценивающий как-то высокорисковую инвестицию, да, вот там выделяет на это очень небольшой, то есть такой загончик, такую песочницу, да, в которой это все, значит, может каким-то образом развиваться. И то, что мы видим, и пандемия это подстегнет, и уже подстегнуло, да, что вот там размер вот этой песочницы, размер вот этого загончика для молодых дерзких с непонятным совершенно финальным результатом, это же не готовая деталька, да, про нее все ясно, он будет постепенно расти. Вот, в этом проблема, да, то есть это, а так вот, ну, как бы и университеты в такое инвестируют, и школы,
ну, фактически все, но очень-очень-очень осторожно. Да, то есть вот здесь это, ну, оптимизма у меня не очень много, к сожалению. Жалко, я надеялся, что вы зарядите нас как раз оптимизмом, но я попробую. Вообще, все, что говорится на этой сессии, для меня, как университетского человека, очень понятно, потому что отзывается в миссии вообще классического университета. Классический университет исторически не формировался как индустриальная система подготовки. Это было сообщество студентов, которые собрались для того, чтобы изменить себя и как-то образоваться в первую очередь как человек. И, конечно, университету было бы комфортно решать в первую очередь эту гуманистическую миссию, формировать интеллектуалов, которые свободно дальше будут самоопределяться в рынке. Но при этом добавлю немножко пессимизма. Когда университет претендует на контрольные цифры приема на следующий год, один из оценочных показателей — это трудоустройство выпускников. И значительно проще показать трудоустройство выпускников на традиционные предприятия, чем, как вот мы недавно столкнулись, показать трудоустройство в качестве самозанятых выпускников программы Digital Art, которые все, естественно, занимаются именно проектами в сфере цифрового искусства сразу после выпуска, еще и до него. Но пенсионный фонд не всегда это видит, потому что они являются самозанятыми предпринимателями, которые как-то динамично действуют на еще только формирующемся рынке. И поэтому, передавая слово в студию, я бы, наверное, доформулировал тезис про загонщики Дмитрия и спросил, коллеги, а где еще есть вот такие загонщики для дерзких и гибких, где есть место для реализации себя как дерзкого и гибкого, который вы уже видите, такое, которое было бы общественно понятно и признаваемо. Потому что делать ставку на совершенно несуществующее будущее очень рискованно, очень сложно, и мало кто готов это делать. Даже университетам, которые хотели бы делать эту ставку, им сложно, потому что они понимают, через 4 года нам нужно трудоустройство показывать. Но, может быть, есть такие места, где точно уже сейчас ждут дерзких и гибких. Светлана. Ну, знаете, тут немножко пессимизма добавлю. Действительно, система не совсем к этому готова, согласна. Погодите, не надо пессимизма. Пессимизма мы это я вот одно слово. А оптимизм в том, что, честно говоря, ну вот немножко расскажу о нас. Да, ФИОП группы Роснана как раз такая структура, которая не может сказать ребенку, что отучившись на специальность нанотехнологий, ты пойдешь на наш завод, и там тебя устроят инженером. У нас просто такого практически нет. В нанотехнологиях это много малых, средних предприятий инновационных, где там 3 доктора наук могут делать технологию на миллионные, миллиардные обороты. К сожалению или к счастью, отрасль такая. Поэтому мы работаем как раз-то широким фронтом. Мы не ориентируем, что все дети пойдут на специальность нанотехнологии. Нам важно, чтобы они зажглись естественными науками. Но Дмитрий прав. ВУЗу это непонятно и неудобно. Система не считает таких детей, которые, там, допустим, даже не пошли в ВУЗ, а сразу начали чем-то заниматься, а потом параллельно учиться. Или после окончания вуза открыли свое предприятие. Но система поворачивается уже лицом, хочу сказать. Сейчас я вот при работе даже со школьниками столкнулась с тем, что по нацпроекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства» регионам спускают нормативы там, по открытию малых предприятий или самозанятых. И зачастую эти нормативы делятся на все департаменты, включая департамент образования. Как из этого может выйти департамент? Только оформляя самозанятыми или ну, там, ООО с включением взрослого, школьников. И вот это уже потихоньку повернуло. Ну, дети, понятно, они всегда готовы заниматься тем, что им интересно, и на самом деле они легче воспринимают эту траекторию, что уже обучаясь в школе, он может там, запустить какой-то свой бизнес, и дальше вуз может параллельно идти, может он в вуз со своим проектом зайти. Сейчас уже и взрослые стали к этому поворачиваться. Поэтому вот мой оптимизм в том, что на самом деле мы поймем эту систему, сдвинемся, и, вот, как я уже упоминала сегодня, вузы тоже это воспримут и будут помогать, не будут свое образование загонять в рамки теоретических наук, а будут помогать, ну, допустим, можно предложить там, в системе образования ставить вузам тот же норматив по открытию, как раньше было малых инновационных предприятий при вузу, по запуску стартапов от студентов. И тогда это все поможет и вузу свои рейтинги держать, и в то же время подстегнет ребят к такой активной дерзкой деятельности и поможет нам немножко диверсифицировать все это. Мы не будем рваться все в Росатом,
будем развивать и другие отрасли. Интересно, могут ли такого типа административные решения, типа МИПов, привести к формированию среды для гибкости и самоопределения? Это такой дискуссионный вопрос, наверное, сам на отдельную сессию потянет. Я бы сказала, что здесь обратная система. То есть это будет лучше бы, чтобы это стимулировалось снизу. То есть вузы, понимая, что студенты такие есть, что число их увеличивается, что им это интересно, и вузы, и система образования поняли бы, что если это считать, то это будет положительным нормативом. Ну, интересно, что в министерстве сейчас уже на высоком уровне готовности, в Министерстве науки есть проект по созданию такой платформы для технологического предпринимательства студенческого. Мы, конечно, как университеты все надеемся, что это нам поможет делать ставку на дерзких и гибких. Марк, я вижу, вы хотите прокомментировать. Очень хочу. Спасибо, что дали мне микрофон. Знаете, я вот пока вот слушал нашу дискуссию, я понял, что мне не нравится слово «дерзкие». Вот не нравится в том числе, как, ну, я тут в разных ролях, я сейчас руковожу компанией и раньше руководил компаниями, и мне кажется, слово «дерзкое», оно все-таки как-то маркировано слишком сильно в русском языке. И я бы говорил бы, вот, если у меня два ответа на ваш вопрос. Во-первых, я бы заменил слово «дерзкий» словом «смелый», и тогда смелые, умные и гибкие нужны везде. Более того, я бы сказал, что вот... Любое два из этих сочетаний, они ведут тебя к какому-то, к провалу, скорее всего. И если ты смелый и умный, но не гибкий, видимо, ты будешь наталкиваться постоянно на какие-то препоны. Если ты смелый и гибкий, то ты просто, то ты просто конъюнктурщик и карьерист. Да? Если ты там умный и гибкий, но не смелый, ты будешь там сидеть где-то в своем... Там... Поэтому, в принципе, вот эти, если вот этим уберем слово «дерзкий» из этого, да, и просто скажем, что мы растим смелых, умных и гибких, это, по сути, вот залог успеха, мне кажется, в любой индустрии и любой компании. А второй комментарий такой, вот есть еще же, вот, ну, я жил в Китае долго... Слоган для следующего мультипликационного проекта вашего. Да, ну, но еще, мне кажется, такая интересная история, немножко другой по парадигме, да, потому что есть такая страна, как Китай, я там долго жил и работал в разных местах, и это страна, которая успешно вырастила сейчас поколение молодых ученых, да, то есть сейчас вот если взять там вузы иностранные, да, мы видим там половина набора это китайские студенты. При этом там, конечно, никаких дерзких ни в жизни не растят, там очень жесткая до сих пор система образования, на заучивание понастроена. И я просто вспомнил сейчас, может быть, тоже это будет кому-то интересно, я работал в компании Alibaba раньше, и у них был такой вот, когда они искали сотрудников, они искали по четырем критериям, которые, мне кажется, они частично бьются вот с тем, о чем мы говорим, но не до конца. Вот какие люди нужны были Alibaba вот там 3 года тому назад? Во-первых, нужны были люди умные. Тут все сходится. Тут как бы всем нужны умные люди. Нужны были люди стрессоустойчивые. И вот это, мне кажется, мы забыли вот нашей вот этой вот, потому что очень важно уметь падать и вставать, и без этого ты не сможешь, потому что вот мы сейчас говорим, как будто мир должен быть готов вот к этим прекрасным молодым талантам, они придут, и все примут, и они будут вот так развиваться, расти, как прекрасные цветы. Но так не будет, и без этого успеха не бывает, без этих падений. Третье, они должны быть оптимисты. Потому что когда ты падаешь и встаешь, должен быть, вот смотреть вперед, должен видеть мечту. Да, вот Alibaba, слово «мечта» очень важное вообще в культуре компании. Должны смотреть вперед и видеть это будущее, которое должно им помогать, в том числе вот, там, вставать на ноги опять. И вот последний пункт, мне кажется, он такой очень интересный. И это вот аналог некой дерзости. Не аналог, вернее, а сублимация дерзости, я бы сказал. Им нужны люди рефлексирующие. То есть нужны люди, которые постоянно оценивают, там каждый день, условно говоря, ну, понятно, люди должны оценивать по свой день, думать о том, что они делали не так, где они могли сделать лучше, да, и совершенствоваться таким образом. Это, мне кажется, такой китайский ответ на дерзость. Да? То есть ты, ну, такой, ты внутри это все прорабатываешь, вместо того, чтобы там, ну, не знаю, там вечером сказать, там, ты дурак, там, или все не так, все неправильно, ты берешь ночь на подумать, а потом уже споришь. Да? Это, мне кажется, такой очень важный китайский такой штрих, да, во всю эту историю. Спасибо. Ночь на подумать — это красивый совет. Можно его просто и даже дома в педагогике применять для своих детей. Павел,
прокомментируете? Да, с Марком я полностью про смелых согласен. Возвращаясь к вопросу, а кому нужны эти кадры, да, этих смелых, уже, наверное, так уже перефразируем, да, смелых и гибких интеллектуалов, наша компания по производству наборов пробтехник появилась из большого холдинга «Арман». Это производственная компания, занимающаяся, да, условно, нефтяными переговорными устройствами. У них появилась эта задача после нехватки кадров как раз-таки. То есть это компания, которая решила вложить свои средства в разработку такого проекта, который будет и готовить эти кадры. Мне кажется, на сейчас не хватает ассоциации производственных компаний и как бы разговора с этими компаниями для того, чтобы в вузах было понимание, что нужны эти кадры, и они готовы на себя их забирать. То есть нужно, мне кажется, объединить все, ну, или создать какую-то там ассоциацию этих производственных компаний, которые будут обсуждать, так какие кадры нам сейчас нужны, с какими мы потребностями придем к университетам, и что нужно для этого сделать. То есть потребность в этом есть. Это с точки зрения оптимистической точки зрения скажу это все. Да, Павел, спасибо. И, наверное, Юлии передать им слово. Я вижу, что у нее есть ответы. Вы знаете, ну вот как бы я на собственном опыте то, что хотела бы сказать, мне кажется, что да. Ну, слово «дерзкий» может не очень хорошее, но то, что касается стрессоустойчивости и то, что касается оценивания самого себя, да, «дерзкий» здесь тоже как бы достаточно неплохо подходит. Можно расширить и «смелый», и «дерзкий», и «гибкий», и «умный». Только вот критерий, насколько и как его понимать как умного, да, здесь вот нужно, конечно, еще немножко разобраться. Если говорить, какие компании на сегодняшний день в России ищут таких, то это в первую очередь компании, которые занимаются IT-технологиями. Это связано с тем, что именно в этой среде нужны именно такие специалисты, и запрос на таких специалистов компании в открытую практически всегда делают. Если говорить по нашему региону, это, например, Наполеон IT, это группа компаний 3DV, это компания Интерсвязь, которая как раз-таки выходит, начиная с момента набора абитуриентов к ним и в течение всех лет обучения сопровождает наших айтишников, включает их в различные проекты, проводит для них свои собственные корпоративные университеты, где как раз-таки они учат вот этой смелости, гибкости, дерзости, потому что IT-индустрия как раз-таки ориентирована на них. Если говорить о металлургии, то здесь, конечно же, в первую очередь я хотела бы назвать проект «Белой металлургии», новые кадры для «Белой металлургии» промышленной группы «Челябинский трубопрокатный завод», которая сейчас вошла в ТМК. Господин Пумпянский купил оба больших предприятия. И поэтому сейчас опять там будет то же самое развитие именно для того, чтобы пришли смелые, гибкие и умные. И, конечно же, Магнитогорский металлургический комбинат, деятельность которого в полной мере и с точки зрения социально ответственной деятельности и производственной строится на том, что ребята, которые приходят на комбинат на работу устраиваться, они как раз-таки проходят систему отбора, которая должна выявить именно вот все те качества, о которых мы сегодня говорим. Есть очень большая группа различных предприятий, относящих к среднему бизнесу, которая также в большей мере ориентирована на новые технологии, на новые материалы, на различные на сегодняшний день сферы деятельности, которые позволят как раз-таки развиваться экономике. И их запрос, если мы даже с вами посмотрим сейчас на платформе факультетуса, тот проект «Время карьеры», в котором участвуют работодатели и участвуют вузы, то там есть такой запрос на умных, смелых, дерзких и гибких. Я думаю, что уже начинает формироваться вот именно та система, о которой говорит Светлана, когда работодатели очень четко начинают понимать, что и кто им нужен, и вузу достаточно хорошо все свои хотелочки, да, вместе со своими предложениями, как сделать это наиболее значимым, уже дают, уже поставляют. Юлия, спасибо. Я думаю, что, Светлана, для короткой реплики я вам еще слово дам, но вообще наша сессия постепенно заканчивается. Да?
Я хотела немножко вернуть коллегам вот по поводу работодателей и взаимоотношений. Дело в том, что да, мы привыкли все ориентироваться на крупных работодателей, но, как я сказала, уже много малых предприятий, которым как раз нужны эти умные и дерзкие. У меня есть примеры предприятий, которые из 4 человек за 8 лет доросли практически до 1000 с огромными оборотами, и они, как правило, выстраивают напрямую взаимоотношения с факультетами и вузами отдельными. А, к сожалению, не всегда мы их слышим. Поэтому вот это создать ассоциацию работодателей, это такое, ну, не знаю, не могу сказать, что неправильное решение, просто к этому надо очень аккуратно подойти, слушать не только крупных игроков на рынке, потому что развиваются как раз быстрее малые и средние предприятия. Спасибо. Уважаемые коллеги, я был бы рад продолжать эту дискуссию еще час или два, потому что, мне кажется, мы затронули очень важную тему. Она выходит за рамки даже задач, которые сейчас стоят перед системой образования, это вообще задачи, которые стояли перед образованием всегда. Как растить человека, который способен сам принимать решения в жизни, о своей траектории, независимо от того, насколько быстро меняется экономика, насколько быстро меняются другие внешние факторы, быть умным, смелым, гибким. Я не вижу никаких проблем в слове «дерзкий», потому что оно же на самом деле связано со словом «дерзновение», которое совсем не имеет таких спорных коннотаций, а на самом деле просто хорошее русское слово. И мы поговорили о том, как их растить в субъект-субъектном формате, позволяя спорить, позволяя открывать для себя что-то новое, а не только впитывать знания. И мы даже поговорили о том, для кого мы растим. Действительно, уже сейчас есть игроки, которые готовы делать ставку на это еще не состоявшееся, но возможное будущее, где дерзкие, гибкие, умные интеллектуалы могут себя реализовать в полной мере. Я думаю, что эта дискуссия открывает для нас не просто возможности подумать об этом, но и возможности действовать. И уже на этом технофоруме мы договоримся о форматах, как нам действовать для того, чтобы растить дерзких и гибких интеллектуалов. Всем спасибо, всего доброго. Спасибо.